248 километров. Представьте, что 20 года Thank you.
использует асфальтовое покрытие. Ну и в Якутии нужно заканчивать. Давно уже пора начинать на Колыме. Thank you.
пошла первая. Дай мне фура, грузовичок. Ну, фура догоняет. И не останавливаясь. До поворота. Я не могу.
Народ хочет знать на Авторадио.
снова здравствуйте, дорогие друзья, в Биробиджан 15-20, в студии Дмитрий Егерев. И опять у нас, дорогие друзья, есть повод для общей гордости. Опять отличились наши друзья из Приамурского государственного университета имени Шалом Алейхема. Они прошли крутейший конкурсный отбор, вошли в рейтинг среди лучших 50 бизнес-идей студенческих стартапов России и благодаря этому попали на индустриальный межвузовский акселератор «Стартап Хаус» фантастически крутого университета «Иннополис», который находится в Татарстане, и прошли там специальное обучение, которое называется «Интенсив», бесчеловечное слово. Ну и сразу после телепортации из «Иннополиса» на авторадио «Биробиджан» Андрей Беликов, студент 4-го курса направления подготовки информационной системы и технологии и учитель, наставник и руководитель Андрея, заведующий кафедрой информационных систем, математики и правовой информатики КГУ имени Шалом Алейхема Руслан Баженов. Андрей, Руслан Иванович, доброго утра. Кто-то меня сильно пугает. Рад видеть еще раз Руслан, с гордостью приветствую. Молодцы, это очень круто. Но чтобы все наши слушатели, Руслан Иванович, осознали всю глубину глубин, подробнее о конкурсном отборе, что предшествовало этой поездке, как мы там оказались. Вообще ситуация прозаичная. В июле объявляют конкурс в университете «Иннополис», чтобы ребята могли предоставить свои бизнес-идеи. Вот к этому моменту мы обучаем студентов уже делать свои проекты, и оказалось, что у Андрея и Егора, это команда, и у Никиты есть свои проекты. Я говорю, ребята, давайте писать. Они описали свою бизнес-идею, описали монетизацию, создали небольшую презентацию и отправили. Некоторое время ждем, и из 100 бизнес-идей, а отбирали всего 50, наши две идеи прошли. Было это очень приятно, что сумели ребята показать значимость, то, что они могут такие интересные вещи делать. Как говорят в цифровом мире, проект выстрелил. Да. Правильно? Да. А, упомянули еще двух героев, которые заложены на сегодня. Ваши друзья, соратники, ребята. Да, это мои одногруппники, мы вместе учимся на информационных системах и технологиях. Это Егор, соответственно, со мной он в команде, мы сделали игру, ну, что делаем. И Никита, который делает, получается, систему безопасности школы, но с фишкой своей особенной, я дальше расскажу. Хорошо. Руслан Иванович, хороший ученик. Я горжусь ними, потому что они хорошие ребята, занимаются научной деятельностью, прикладными исследованиями. И это все дает возможность как раз превратить информационные технологии, которыми мы запитываем ребят на информационных системах технологий, превращать в какие-то продукты. И эти продукты, ну, мы считаем, что они должны помочь людям решить какую-то задачу. Может быть, развлекательную, а может быть, и жизнь. И эти проекты, я надеюсь, через некоторое время мы уже увидим. Мы говорим о цифровых технологиях под эгидой бизнеса, а по-другому быть не может. Это востребованный продукт, результаты, результаты, и только так. Если востребованность есть, значит, нужно делать. Мы работаем в этом смысле. Наш университет, он меняется. Есть запрос от области готовить востребованных специалистов. Люди хотят именно делать то, что им нравится. И ребята это как раз и выполняют. Мы их готовим к информационным технологиям, которые потом будут применяться во всей нашей области. У нас только трое таких? У нас все такие. Хорошо. Но такого мощного результата не ожидали. Развлековали, наверное. Ну да, мы очень рады. Сразу начали готовиться. Готовить спичи свои, это презентация проекта. Саму презентацию в PowerPoint собирать все по крупицам, по кусочкам, вроде сделали красиво. Но вот, как оказалось, нам потом сказали, что надо было бы что-то работать. Последний момент, на Каленке, на Галке. Нет, это уже там было, в Иннополисе. Нас там обучали всему, рассказывали, как правильно, что нужно анализировать. Да. Уже там набирались опыта и все сделали. Ну вот я как человек, который любит фантастику, знаю, как умеет фантастически. А еще, оказывается, есть «Иннополис», кто от нас звучит фантастическим впечатлением, что он делает. Удивительный город. Создан скупить. Изначально там ничего не было. И был создан всего лишь один университет. И город ради университета. Вокруг находится несколько технопарков, жилых.
обстрелов, например, интересно, что там люди какие-то открытые. То есть, ну, такое впечатление от этнических участков. Сидите, как люди, что-то делают. А люди сами по себе вокруг ходят, улыбаются, всегда могут помочь, объяснить, если что. Вот, например, даже мэр, интересно, у них есть телеграм-чат, где можно мэру просто задать вопрос. У меня там протекла батарея, что я делаю? И фактически там через какое-то время, очень быстро, реакция, мэр говорит, что да, сейчас все исправим. То есть вот в этом смысле технологии, которые мы видим на телевидении, они реальны для жителей, находятся. Вот Андрей, наверное, расскажет парочку технологий, которые мы видим. Да, кстати, о роботах, там продвигается такая штука, как роботы-доставщики, они ездят по городу, доставляют еду, подъезжают к двери, ждут, когда им заберут еду. Также там развита такая штука, как беспилотное такси. Это делегации, так скажем, смог даже проникнуть в него, снять там видео, как оно работает. Но там все равно сидит человек, который наблюдает за процессом, чтобы не пошло что-то не так. Очень круто, очень интересно. Будущее уже наступило. Да. Есть уже... Я пообщался с некоторыми жителями, как вы относитесь к этому? У них уже есть хорошие идеи, помощь. Ровер же зимой может застрять в снегу. И школьники очень часто видят, что ровер немножко подключает свои колеса, вот они берут и помогают. Выталкивают их снег, потому что проблемы с снегом не очень. Ну, это как интересно, таковые такие, да? Соответственно, ваши тебя, жесткие правые. Да, ты идешь вечером по улице, да, и едет, он подсвечивается красным цветом, чтобы можно было его видеть, он ездит по тротуару, нет он, но нас не сбили, мимо, вот реально мимо проехал, то есть остановился, оценил обстановку, как своим сообществом, свою программу исключения и поехал дальше. Надо же быть интересно, но главное вот, что хотел сказать, и вам сегодня является умным. Да, все сделано ради университета. Вообще это получается центр города. И вокруг него жилой массив, технопарки и очень хорошие инфраструктуры. Понятно, что современно, наверное, построено, там нет проблем аварийного жилищного фонда. Мэр занимается другим. Ну и к слову сказать, наш мэр сегодня прямо играет связь, когда даже горожанами, правда, вертолетами. Как мы были на поражении, чувство власти нет. Да, такие ребята как раз и создают ту ценность, которая привлекает потом жителей. Создавать новое для всей страны. Ну давайте поговорим конкретно о проекте с Антоном. Я родом издалека, я в детстве очень любил играть в компьютерные игры, большинство моих ровесников, да, и с детства определился с тем, что потом информационные системы и технологии, поступил в наш университет и познакомился с... где власть принадлежала Закаспийскому временному правительству,
бозоны, по которым я пробежался, чтобы вы слышали, что здесь транслирует FM. Еще раз поехали. Радио нет, других радиостанций нет. Наши друзья из Китая дают всем фору в этом плане. Появились синие островки неба сквозь облака. Но меня это мало радует. Засветка, блики, ну, что будет, то будет. Надо заняться профилактикой. И пищевое масло сосны идеально подходит для этого.
лично. И вы знаете, пищевое масло сосны готово прийти на помощь. Да, но в первую очередь оно все же не наружное средство, а все-таки пища. Безусловно. Друзья, обратите внимание, у нас пищевой продукт. Вкуснейшее, ароматное масло с буйными нотками, которое мы добавляем куда угодно, в салат, в любые блюда из овощей, мясо, фрукты, супы, закуски и так далее. Это не то эфирное масло сосны, которое пытаются в аптеках. Это нечто совсем другое. Уникальное питание. Но его можно использовать и наружно. Смазывать те же носовые ходы, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение, ну, допустим, или воспаление. Как многие растительные масла, правильно? Да, по сути, да. Много растений, масел из растительного сырья, тоже оливковые, например, которые из пищи идут и в состав разных кремов. Зона. Пищевое масло сосны, похожая история, только гораздо интереснее. Это история, во-первых, про невероятный, совершенно духовный путь. А во-вторых, это история про пользу, которую и сравнить не с чем, насколько она всеобъемлющая. Ни с чем не сравнимая польза для организма. Друзья, хочу сразу предупредить, я не смогу сегодня рассказать обо всем великом силе пищевого масла сосны. Не хватит эфирного времени. Поэтому обязательно звоните на бесплатную горячую линию 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Звоните. Узнавайте информацию. Иногда прорывается авторадио. Вот рекламное, наверное. Блок. Даже Китая нет. Thank you.
сейчас я уйду вправо, чтобы вы догнали. Формат интернета есть.